30 октября по 3 ноября в Израиле проходил чемпионат Европы по спортивной акробатике, в котором приняли участие 300 сильнейших спортсменов континента. По традиции блестяще выступили атлеты Старогородковской спортшколы. Это смешанная пара Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, женская пара Ясмина Ишенкулова и Диана Каратаева и мужская пара Тимофей Иванов и Максим Караваев. В этом году акробаты из Старого Городка уже занимали первые места на этапах Кубка мира в Бельгии и Лиссабоне.